Ирмане Лайсен, и вот еще мой сигнал, Ава Отче, для тех, кто за дверьми ковчега, Рамене Лануран Санфайт. Ава Отче, остановись на путях беззакония, говорит ныне Дух Святой, Рамене Генфорамен, ибо я, Ава Отче, на это место послал посланника своего, Рамену Готалайдес, и открыл Ямину, Ава Отче, во благо душе твоей, Рамене Глария, Ава Отче, и не думай, что это случайно, Рамене Голфорамен, ибо возлюбил душу, Ава Отче, человека, и великую цену, Ава Отче, положил Сын Божий, Рамене Голфорамен. И так ныне говорит Дух Святой, народ, просыпайся, Рамене Глория, Ава Отче, отец, мать, просыпайся, Рамене Глория, духовный сон, Рамене ласка неба, Ава Отче, посты и моления о наследии, Краменту Лемене Глория, как мало таковых, Краментус, кто стоит в проломе, Ава Отче, а ныне, Ава Отче, возмущение, Ава Отче, воды, на этом месте, говорит Дух Святой, определила рука моя, Ава Отче, и это место, и этот день, и это время, говорит Господь, ибо не желаю, дабы погиб народ мой и был в неведении, Крамана Лай Турманта. И так, Ава Отче, открываю уста, благодари, Рамену Глория, как тщетны, тщетны, Ава Отче, многие ходят и порог дома моего переступают, Ава Отче, а сердце далеко, Рамене Голфорамен, суета и обиды, Рамене Глория, зависть, говорит Дух Святой, а как ты будешь славить Бога, как ты прославишь, Крамене Лойта, освобождайся, Рамене Глория, ибо ноши, ноши великие в народе, Крамене Гломене Лайтес, а буря надвигается, народ мой, Ава Отче, и как ты пройдешь, Крамене Генфорамен, не сможешь устоять, ласка неба ныне звучит, голос Духа Святого к душе твоей, ибо я есть Господь вечный, любящий, прощающий и действующий. Так отвечает Дух Святой. Аминь.